И у нас начался снегопад. Снегопад смартфонов. 1, 2, 3, 10, 20, 30 смартфон. 31 смартфон. Весь декабрь на радио «Аврора» снегопад из смартфонов. Слушай, смотри и выигрывай. Встречай новый 2016 год вместе с радио «Аврора» и «Аврора ТВ». Друзья, понедельник обещает быть насыщенным. Аврора гарантирует вам множество призов. Ну а прямо сейчас команда А продолжает находиться в автобусе Кока-Колы, потому что сегодня радио Аврора совместно с Кока-Колой дарит вам смартфоны. Просто за то, что вы зайдете в этот красный мигающийся автобус, где написано огромными буквами Кока-Кола, где Санта-Клаус нарисован. Зайдете и по маршруту, по которому вам, конечно, если по дороге по этому маршруту, ответите правильно на вопрос от Авроры, тогда вы выиграете смартфон. Друзья, ищите автобус в городе, его прям не заметить невозможно. И, конечно же, следите за нами на www.radioaurora.em. Люсечек! Да, я вас слышу прекрасно. Вы на связи, поэтому скажи мне, пожалуйста, есть ли кто хочет побороться за смартфон? Конечно, есть, я сейчас это узнаю, только отмечу, что мы прямо сейчас остановились на проспекте Исакова. И, конечно, здесь подарки, ну, просто каждую минуту практически дарятся. А сейчас, ребята, кто хочет выиграть смартфон? Ой, мы сейчас так прямо по автобусу, руки, как будто бы ходим. Руки. Сильно, да? Сотрудники Кока-Колы хотят выиграть смартфон, но им нельзя. Естественно, будут выигрывать только пассажиры. Самым настойчивым оказался молодой человек в конце, я его вижу. Так, который руку сейчас тянет, да? Который руку тянет, да. Я попрошу тебя выйти. Ари. Так, сейчас мы сделаем все, чтобы этот молодой человек вас также услышал. Ну, так, здравствуйте. Привет, Валик. Привет. Здравствуйте. Как парень кто-то? Гарника. Гагик. Гарник. Гарник. Ага. Айо. Гарник джан. Ду конкер нери хетес химай мэнк тэс ну мэнк. Ха? Айо. Вонц эк, вонц тэсак эт автобусы, инч арэцик, нэстэцик, ворошэцик, вонц эгав. Тэ прост тун эй гну, парзапэс, у имацак, вор маршрута дзэрна, е ворошэцик. 100 драм эк анном е анэлю хамар, атэнц нэстэцик. Эс парагаем инц тума 300. Инч канов эк, энкер неров, инч кан, кану энкер эк? 400 драм, детка, молодцы, отлично. Ляв, урек гнум, вон стайсак автобуса, вон настайти. Апрес, гарник. Հիմա բացի են, որ դու անվճար կարողանաս երթևեկ ես Կոկա-Կոլայի ավտոբուսով, դու նաև ճիշտ պատասխանի դեպքում կարող ես հաղթել սմարտֆոն. Смартфонерить мега. Люсь, сейчас смартфон у тебя в руках? Вот он, ребята, вот он этот смартфон. Гарник джан. Не один, так что еще будут возможности. Но для того, чтобы выиграть этот смартфон в автобусе Кока-Колы, нужно правильно ответить на вопрос, который как раз касается Кока-Колы. Не поверите? Гар, гарнук. Айо. Ко, химиква херахос, инч херахос, а карьог эс цуйц тал. Եթե ունես իհարկե հեռախոս, օգտվում ես. Սիկաց մը պատմոտրիմ. Պենանք, հանի գրպաներիցը տեսնենք. Ալկատել, շատ լավ, այսինքն եվս ինչ-որ սմարտֆոն, այո՞։ Այո։ Եթե դու հանկարծ ինձ թվում այն ու ամենայնիվ կշահես այս մի սմարտֆոն, Ավրորայից և Կոկա-Կոլայից, ինչ ես դա անելու։ Оставляю, потому что, во-первых, это старая модель, это новая модель, потоньше. Ну, в общем, я так понимаю, что ничего кона, а ты ничего рюшинка наверяет. Ամպայման, ես մեկը պահի, որտև ինքը լավ հիշողությունների հետ նաև ինչ-որ աղբյուր կլինի քո համար, բացի նրանից, որ շատ լավ սմարտֆոնը, լավ, սկսենք արդեն։ Գարն, ռուսերենից ո՞նց ես։ Հասկանում ես, ամեն դեպքում ես հարցը կարդալուց անպայման կթարգմանեմ հայերեն, բայց հարցից հետո հնչելու է նաև 4 տարբերակ։
Դու չշտապես, որովհետև ամբողջ ավտոբուսը եւ մենք էստեղ ստուդիան ռադիո Ավրորայի։ Մարիա ջան, ինձ թվում է դու հեշտությամբ կկարողանաս հենց ի սկզբանե կարդալ հայերեն։ Լավ։ Գարն, հարցը սենց է հնչում։ Այո։ Ինչ է պահում Coca-Cola-ն Trust Company Bank-ում Ատլանտայում։ Այսինքն, Ատլանտա քաղաքում կա մի սենց հսկայական Trust Company մի հատ բանկ։ Մի հատ մեծ բանկ, որտեղ Coca-Cola-ն ինչ որ բան է պահում երկար տարիներ, սենց կողպեքի տակ, չգիտեմ ինչ, սիկրետներով, ախրանայով եւ այլն եւ այլն։ Ինչ որ բան պահում է այդ բանկում։ Դա չի մանանք ինչ է պահում։ Դավիթ Աղաբեկյան, Դավիթ Աղաբեկյան, տրուսի նարմյանսկում как будут? Տրուսիկ, Трусиля. Трусиля. Итак, Тун подсказывает нам, пожалуйста. Гарн. Տարբերակները լսի, 4 տարբերակ են. Առաջին տարբերակը. Այո. Կամպանիայի հիմնադրի, այսինքն Ջոն Պեմբերտոնի թումբանները. Երկրորդ տարբերակը. Բանկային հաշիվ. Երրորդ տարբերակը. Պենտագոնի ֆայլերը. Եվ Ամերիկայի պաշտպանության նախարարության ֆայլերը։ Եվ 4-րդ տարբերակը։ Սեկրետնի ռեցեպտ приготовления Coca-Cola-ի, как перевести? Այսինքն Coca-Cola-ի գախնի, գախնի, հենց բաղադրիչ, բաղադրատոմսը, բաղադրատոմսը։ Ինչ դժվար հարցեր եք տալի, բայց։ Չէ, абсолютно դժվար չի, նայ։ Առաջինը ջնջում ենք։ Թմբանը ջնջեցինք։ Բանկային հաշիվ, Պենտագոնյան ֆայլեր եւ Պենտագոնյան ֆայլերը հաստատ չեն լինի։ Ահա, դե հիմա նայ։ Պատկերացրա բանը, ռեցեպտը Coca-Cola-ի։ Պատկերացրեցիր։ Այո։ Մարիան, Միշա, не волнуйся, мы ребёнка не оставим без смартфона։ Պատկերացրեցիր, չէ՞ օրինակ դու տանը կարաս Coca-Cola պատրաստես։ Հիմա նայ, պատկերացրա, ինչքան արտադրող կա աշխարհում, որ կուզենա Coca-Cola-ի այդ բաղադրատոմսը ունենա, որ ունեմ։ Չորրորդ։ Айо. Секретный рецепт. Мы выбрали. Хорошо, друзья. Итак, вопрос звучал так. Что хранит компания Coca-Cola в банке Trusty Company в Атланте? И верный ответ именно секретный рецепт приготовления Coca-Cola. Друзья, если я не ошибаюсь, всего лишь 4 человека знают рецепт Coca-Cola. И Гарри. Да, молодец, Гарри. Браво. Гарн. Итак, у нас есть первый обладатель новогоднего смартфона от Радио Аврора, от Coca-Cola. И это Гарник, ребята, вот он. Вот оно счастливое детское лицо. Вот он Новый год. Гарн, кани тариканес. И все сразу захотели тоже выиграть смартфон. Владози хлопает. Гарник, кани тариканес. 15 տարեկան։ Որ դպրոցում ես սովորում։ Ինֆորմատիկայի քոլեջում եմ սովորում։ Ինի больше не меньше, гар. Логично ответил молодой человек. Երբ ես իջնում, երբ ես հասնում տուն, որտեղ է քո տունը գտնվում։ Բանգլադեշ։ Գար, ընթացքում արդեն Բանգլադեշում ենք։ Ահա, դուք արդեն Բանգլադեշում եք գտնվում նույնիսկ։ Այո։ Գար, դու ընթացքում կկարողանաս քո սմարթֆոնը բացես, արդեն տենաս ինչը ոնց է։ Նույնիսկ փոխես կարտան քո, ես մի կարտան քո երկու քարտանի։ Երկու քարտանի է, Գառնիկ, հիմա մոդայա, չէ՞, որ ասում են, ես համարից ունեմ, էժան զանգեմ սրանց, այն մի համարից էլ ունեմ, էժան զանգեմ նրանց։ Եթե ամուսնա որ դու շահել ես։ Գախնի, եթե ամուսնացած լիներ, կիմանանք, բայց դա ամուսնացած չէ։ Գոզավ ребёнка красивого очень. Գարն, բացի այն, որ դու հիմա շահեցիր սմարթֆոն, հիմա դու նաև կնկարվես ու Coca-Cola-ն քեզ կնվիրի մագնիտ այդ նկարի հետ կապված այս հիշողությունը։ Բացի այդ, այդ պահուզում ենք տեսնանք այդ նկարվելը։ Բացի այդ, Գարն, անպայման հիշի դու այս վիդեոն։ Վաղը արդեն կկարողանաս տեսնես, եթե մտնես բան YouTube, հավաքես Radio Aurora. Ինչ սայթ, բալես։ Ու կտեսնես այս վիդեոն, կամ արդեն ուղակի պրոստը կհավաքես 3w.radioaurora.am ու արդեն այսօրվա վիդեոները բոլոր, նաև քոնը
Որովհետև դու մեր էս երվա առաջին հաղթողն ես, արդեն կլինի, կարաս արդեն քաշես, չգիտեմ, ընկերներից քցես քո Facebook-ան, մամային, պապային, ասես նայեք, հողները բոլորին ուղարկես, Եվանը որ քեզ տեսնեմ, որ դու այսօր մեր ոնց որ ասած շատ ճիշտ Մարիանան առաջի հերոսն ես, շատ երիտասարդ, շատ աշխուշ եւ շատ սիրուն գեղեցիկ աչքերով, շատ լավ երեխա է, հարգելի ռադիո լսողներ, մտեք ինտերնետով Radio Aurora KTM. Տեսեք, նայեք մեր առաջի հաղթողին, որը Coca-Cola-ից եւ Radio Aurora-ից հենց այս պահին շահել սմարթֆոն։ Դուք նույնպես կարող եք նույն սմարթֆոնից շահել, հետևեք, փորձեք գտնել այս ավտոբուսը Կարմիր գույնի։ Հենց հիմա դուք գտնվում եք Բանգլադեշում, չէ՞ Գառնիկ? Բանգլադեշի որ հատվածում եք գտնվում? Մենք подъезжаем сейчас, поднимаемся к церкви. В церкви? Всё. Я думаю, что Гарник Вартович. Я кажется, Очкашек паек варёрт эстер митэх. Всё, друзья. Люсёчек, что-то хоть хотел напомнить, ребёнок. Что-то хотела напомнить, Люсь. Что можно в любой момент нас найти, если, конечно, следить за тем, что здесь происходит на нашем визуальном радио, на радио Aurora.am. Смартфоны выигрываем не просто так, а за вопросики, точнее, за правильные ответы. И, кстати, для того, чтобы просто сегодня куда-то поехать, можно ни копейки не потратить, еще и выйдете из автобуса с подарками от Coca-Cola и от радио Aurora. Как это сделал Гарник, например? Друзья, вы оставайтесь обязательно с нами, потому что абсолютно неожиданно мы можем зайти в эфир и вот порадовать вас такими вот приятными сюрпризами. А вы, соответственно, нас, друзья, просто найдите этот автобус и сядьте в него уже, вот я прямо вот ей-богу, потому что это очень важно. Не стесняйтесь, не думайте, что это какой-то гламурный автобус или какой-то, я не знаю, там весь из себя. Это простой, обыкновенный, нормальный человеческий автобус. Просто с Кока-Колой, с логотипами Кока-Колы, с подарками от Авроры, еще с совместным подарком от Кока-Колы и Радио Авроры, это смартфоны. Бесплатно можно доехать абсолютно по этому маршруту данному, в ту точку, в которую вы захотите, друзья. А мы встретимся, Люсек. Да, я вас слушаю, мы тут фотографируемся, следите, кстати, на сайте все видно. А ребенка сфоткали? Гарника сфоткали? Что, фотографируется что? Уже, фотографируется. А, хорошо, отлично. Ой, как много народу уже. Вот, да. Все, друзья. Дети кричат, хотят тоже поучаствовать, но я думаю, что следующий мы разыграем чуть позже. Ну, наверное, уже в следующем часу. А, ты уже ребенок, посмотри, да. Хочет осчастливить, да, Люсю, фотку-то с собою, вот как вот любимого, пользуйся моментом, все, пользуйтесь также моментом, живой абсолютно Санта-Клаус, в кока-кольном автобусе к нему можно сесть на коленки и загадать желание, как это сделали, например, команда А, Люся, паразитка, вот так по блату какой взяла. Какой хороший этот Гарник, не могу, господи, это чудо, ребенок. Я думаю, я теперь знаю твой... Гарник, подожди. Подожди, я тебя подожду, ты вырасти, я тебя жду. Гарник. Да, он вас сейчас не слышит, потому что он уже раскрывает свой смартфон. Он уже раздает автографы. Ого-го! Вот так вот, друзья, с легкой руки в канун Нового года можно, в принципе, поднять себе настроение, потому что поводов для того, чтобы было плохое настроение, сейчас очень много в жизни. Но давайте его поднимать. Кока-Кола и Аврора в этом сегодня вам будут подспорьем. Друзья, встретимся совсем скоро в кока-кольном автобусе в прямом эфире радио Авроры и на сайте www.radioaurora.am. Боже, как я хочу на улицу, в автобус. Пустите меня кто-нибудь, пожалуйста.